Здравствуйте, дорогие друзья! Как можем обновить BIOS? Как правильно обновлять BIOS? Вот, на материнском плате Foxconn. Вот, у меня скачал через интернет, я создал загрузочный флешку от DOS. Так, что ж, давай мы заходим. Advanced BIOS Features. Так, этот сохранять. Вы можете обновлять. Вот, просыпка. Сегодня мы занимаемся просыпкой BIOS. Так, давай посмотрим в интернете. Что там написано? Давай посмотрим в сайте. Просыпка BIOS. Вот, я скачал драйвер. Так, давай мы сделаем просыпку. Сейчас, F-Tab. Давай нажимаем. Так, нажимаем класс F-ки, заходим в загрузочный. Здесь написано Phoenix Our BIOS версия P600PG. Очень старая версия. Так, что ж, заходим на хард-диск. Ну что ж, сегодня давайте мы занимаемся обновлением. Так. О, так, сейчас. Так, давай мы ведем. Иди. BIOS. Так. Кладка dir. Так, видим команду dir. Так, вот. На этом вы выводите метод имя. Вы видите файл. Так. Так. Давай мы введем этот и пульвом и... Так, F1. Так, давай мы введем данные и файл. AFU8H0N. И нажимаем Enter. Вот. Видел, новая программа очень старая. Вот, ну что ж, запустилась программа обновления просыпки BIOS. Вот, мы можем делать, видев написано. Так, почитаем. For NC FK08046A1FKBC00. Так, вот, эта дата выпущена. Материнская плата на заводе сделана на заводском браке. Дата 01-15-2005 год. Это Our BIOS повторила. Так, давай мы ведем. Так, что для этого сначала мы будем вести. Так, пока. Так, 49 FM004T. И нажимаем Enter. Или сохраняется. О, получилось. Так, теперь мы выдаваем и видим команду dir. Так, давай я напишу в блокноте. PMMK. ME. 49. Ну ладно, все. Дос. Так, для этого. На этом вводим. FU8 6 0 FN. Так, запустилось. Так, PMK 49. Так, я не буду сохранить настройку. Класс.
0, 0, 4. Опять. Так, 107 классу. Игрик. Подождать, он проверяется. Обновляем билд. Только для этого, только перезагружать пока не будем. Не нажимать классу S1, чтобы для обновления билса. Подождать, у нас просыпка. Так, что, давай мы вытащим заруточную флеску. Флеска. Так, что, теперь нажимаю кнопочка Delete. Так, что, давай это начало мы восстанавливаем BIOS. Для начала давай мы выключим компьютер. Видим, все, не вреден. Обновление BIOS уже не вредено. Так, что, теперь нажимаю кнопочку Delete. Для начала давай мы сначала настроим BIOS. Так, эта дата изменена. Так, все, для этого я хочу настроить. О, так, я отключаю. Так, ладно, все. Так, теперь от Advanced BIOS и от URF. Сначала я хочу поменять. Так, CD-ROM, Hard Disk, Removable, Boot Alter Device. Так, это нужно. Так, все. Для этого уже обновляю. Все, BIOS уже обновлена. Просыпка BIOS заканчиваем. Что ж, мы заканчиваем данное обновление. Все, нажимаю кнопку Save and Exit Setup. Все, так, все, классу. Ну, все. Вот, видишь, написано Phoenix Alor BIOS версия 6.00 N Energy Star Elu Copyright корпорация 1984-2003 Phoenix Technologies Ltd. Так, вот, устарела версия. Так, что ж, ладно, смем классу S1. Ну что, все, мы сегодня уже мы обновили BIOS. Ну все, до этого уже... Увидимся в следующем видео. Благодарим за внимание.